28 июля 2023 год. Слушайте, написали мне расисты в комментариях под моим же видео на ютубе, кстати, которое никакого отношения не имело ни к войне, ни, блин, к спорту, про Олю Харлан. Что, типа, блин, дисквалифицировали после победы над расисткой нашу Олечку. Опять перемога обернулась зрадой. Вы тупенькие не понимаете, что ли, что этот поступок девочки нашей, он славу ей принес куда больше, чем техническая там, победа фактически над расисткой, там очередной, там, проходной. Именно такими поступками достойных людей, достойными поступками формируется украинская нация, украинский характер. Так именно демонстрируется это все. Неужели вы дупляете это? Вам на это даже мозгов не хватает? Вам имя Оля Харлан будет, блин, ухо резать, блин, без всяких сабель еще очень долго. Вы мемов насмотритесь по поводу Оли. Вот это когда она сабли останавливает, блин, движение к ней расистки, которая хочет ей руку пожать. Эти мемы вам глаза мозолить будут еще хрен знает сколько. Человек пожертвовал там карьерой, частью карьеры, но принес славу и себе, и Украине, и народу украинскому. Вы слишком тупенькие, чтобы понять это, расисты. Ну, в общем-то, это и хорошо, что вы тупенькие.